Ну, ребят, у нас первое приключение. Вот, нырнули мы на своей машинке вот так вот. Вроде должно быть ровненько-ровненько, а тут получилось вот так вот. И мы с Женей тут вот встряли, блин. Прям мордой нырнули. Так что сейчас Евгений говорит, давай лучше подкопаем и выйдем. Ладно, я думаю, приключение на этом закончится. Да. Итак, ребят, все-таки мы решили больше не мучить Ниву. И к нам приехал на помощь Дмитрий. Так что мы сегодня втроем будем дальше копать. Находки есть, я не снимал. Так что сейчас Димка на своем танке нас дернет. Хорош! Итак, ребята, у нас апрель. И, как говорится, весь апрель никому не верит. А в чем мне повезло на открытии сезона? Это же, конечно, 2 сантиметра счастья. Ну, теперь, ребята, всем привет. Как вы поняли, выбрался я сегодня на коп на открытие сезона. Позвал пацанов, кто смог, приехал. В общем, открытие сезона на одной деревушке, которую я закрывал в том году. Вот, здесь было место последнее, которое я копал 2018 год. И вот решили 2019 открыть именно с этого места. В общем, что у нас сегодня будет? Походим, я буду ходить по верхам. Пацаны, по желанию, там, наверное, будут все-таки шурфить. Но, судя по тому, как Женька уже там наковырял советиков, в общем, наверное, все-таки будут шурфить. Но я еще раз хочу сказать, что сегодня я испытываю новый прибор. Это у нас Nocta Impact. Вот, турецкий прибор. В общем, классненький такой. Я с ним походил, хочу сказать, что с непривычки он мне, конечно, не понравился тем, что неудобная рукоять. Очень близко и неудобно находится именно вот эта вот рукоять. Вот, подлокотник, штанга прямая. Вот, и неудобно, ребята, честно говоря, неудобно. Вот, по настройкам здесь я, конечно же, инструкцию почитал. Вот, сделал оптимальные, которые нужны для поиска. Вот, но шурфить с ним, конечно, я не буду, потому что будет неудобно. Катушка стандартная. Вот, шурфить с Аськой куда удобнее и приятнее. Вот, так что вот так вот. Есть у меня уже находка. Сделал я ее самую первую. Вот, как включил, пока машина остывала, как мы буксовали, выезжали. Поднял трешечку 38-го года. Вот, и на этом пока все. Верховых здесь пока пусто. Но Евгений поднял царика. Вот, ну, в принципе, я вам все покажу. В целом, что? Сезон открыли, это самое главное. Вот, взял с собой два прибора. Женька говорит, возьми Аську, пошурфим. Вот, ну, так как я прибор взял новый, надо его обкатывать и уже разбираться в настройках и во всем прочем. Так что поехали, находки будут, обязательно включусь. Итак, ребят, хожу я вокруг дымовых ям, собираю верховые сигналы. И вот один сигнальчик прям вот так вот красиво выпал. Это у нас пятачок 53-го года. Вот, в принципе, наверное, все-таки будет бодренький. Но есть кое-какие болячки. У нас небольшой дождь и ветер поднимается. Обещали сегодня дожди, но дожди все ушли вон в ту область. Так что, не знаю, нас, наверное, надеюсь, не накроет. Но все равно крапает мелкий дождик, но ничего страшного, ничего страшного.
Поля, южные склоны у нас в Самаре уже оголились, так что на южных склонах копать можно. Но вчера был в Тольятти, там в снегу, кругом сугробы. Южные склоны Самара уже может копать. Так что выходим, открываем. Итак, ребята, очередная монетка. Вот, и монетка это у нас приятно тем, что это у нас не часто такое встречается. Это у нас рамочник. Тьфу ты, рамочник. Щитовик. Щитовичок 10 копеек. Год, посмотрим, 31-й. Да, 31-й год. Вот, так что вот такая вот приятная монетка. Не часто такие попадаются. Их выпускали всего-навсего с 30-го, с 31-го по 34-й. Но 34-й они редкие и дорогие, в принципе. Вот такая вот. Приятно. Идем дальше. Кстати, вон там, вон пацаны. Я сюда приехал на разведку. Вон, а пацаны у нас вон шурфят. Так что пожелаем удачи. Приедем, посмотрим, что у них там на шурфет получилось. Итак, ребят, хожу я по просторам. Отдыхаю, свежим воздухом дышу. Время подходит к своему завершению. Пацаны Диман с Женькой шурфят. И у меня вот находка, смотрите, в камушке лежит. И это у нас 10 копеек. Было бы 42-й, был бы вообще огонь. 40-й, просто 40-й. Сохранчик здесь монет вообще классный. Вот такая вот монетка. Неплохо, идем дальше. Итак, находка. Залез я в шурфец. Я, конечно, не шурфлю. Старый кем-то здесь шурф был. Вот, и в шурфе монета. Монета 20 копеек 46-го года. В принципе, неплохой бодрый сохран. Вот такая вот монета. Зачет, зачет. 20-ка 46-го года. Неплохо, неплохо. Пусть и советики. Вот, так что для открытия сезона, я считаю, пойдет. Душеньку отвел, подышал. Так что ладно, думаю, будет еще. Итак, ребят, на этом я буду заканчивать свой видеокоп. Копали мы сегодня с Дмитрием, с Евгением. Открыли сегодняшний сезон именно в такой погоде, в такой атмосфере. Было, в принципе, весело, вот, много чего я не снимал. Ну, сами понимаете, то там застрял, то там проехали не так, как надо. В общем, по находкам как? У нас сегодня Евгений чемпион остался, наковырял достаточно большое количество монет, он пошурфить даже успел. Вот, в основном ходили сегодня по верхам. То есть шурф сейчас еще тяжеловато тем, что влажно, очень влажно, и земля тяжелая. Снег сошел с южных склонов, так что самарчане могут копать на южных склонах. Вот, а в среднем погода еще не ась. Вот, так что по находкам сейчас я вам покажу, что у нас получилось. Довольно-таки неплохо тем, что Диман отличился тем, что он поднял масончика. Вот такой вот масон. Наверное, двухкопеечная монета. Вот. Ну, затерто, но ничего. У Женька тоже царская монета, копеечка 1906 года. Вот. Ну, у меня всякая лабуда, все я вам показывал. Еще Евгений отличился тем, что он поднял дорогой пятачок. Пятак 36-го года. И стоимость в порядке 1300 рублей. Но вот этот вот сохранчик, в принципе, будет нормально, если он почистит его. Потому что болячек особо-то нету, просто цвет поменялся. Вот, если с умом подойдет, будет зачетный. Вот, так что вот так вот. Пятачков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть пятачков. Раз, два, три, четыре, четыре трешки. Две двадцатки. Три двадцатки. Четыре. И червончика два. В принципе, неплохо. Для открытия сезона, я думаю, неплохо получилось. Хоть и был сегодня казус с машиной, застряли мы. Ну ничего, бывает со всеми. Ну на этом и все. Все, ребят, всем пока. До новых встреч.
и открываем сезон сморчания. Все, время пришло.